Я нахожусь на массиве Кийот, это C5, C4 в ту сторону, в том стороне монумент мужества. Здесь немецкое посольство что-то строит очень давно, очень монументальное. В ту сторону C6. И вот здесь у нас есть кафешка, которая называется Пайплов. Салам алейкум. Вы к нам сразу пришли, да? На втором этаже. Да. Я тоже думаю, плов, пайплов, думаю. Наверное, вот оттуда вот. Да, оттуда мы пришли. Блин, обзор со скоргандурсом, да? А, ой, ханч просмотр, на тыге, озуми, кигалар, деткем, указан, бор, снимать фламан, дегалар, еще есть знакомый человек. Я тоже вас вспомнил. Пайплов, ну, очень похож вот этот логотип, все вот. Это то же самое. Ну отлично, мне ваш плов очень понравился тогда. Сам вот здесь панораму сделают. Ну-ка. Хорош, что? О, красивый какой. Хаскин, лестница барыня. Ну, а где это барыня? Ванда барыня. А, база ты идешь, да? О, да. Смотри, какой мягенькая такая. Хорошая. Она сдобная. Вот. Класс. Это райфон, да, черный цвет? Да? Сок классный, кстати. Да? Угу. Он легенький такой. Они посмотрите, приправляют его хорошо. Смотри, что... В меру соли, здесь какая-то кислинка такая есть. Кстати, это вот у меня от этого как раз пай-плова осталось очень хорошее впечатление. Да. Это вот на полном, как бы вот, я душой не кривлю. Я думаю, что сейчас такой же будет. Котык жирный такой. Мощный такой котык. Это вообще что? Что за салат такой интересный? Везение. Да? Угу. Он прямо... Он прямо один котык. Да, да, он сливочный. Слушай, а вот когда райхон добавляют, салат как-то по-другому называется или нет? У нас, да, у нас вообще какой-то стандартизации в этом нету. Это как могут, знаешь, сказать, а, это вот у нас в районе так называют там, ну, у нас в области. Кстати, да, потому что я могу тебе сказать, я вспомнил, отец, просто обычный вот салат, помидор, огурцы, лук, шакарот называл всегда. Ну, он там из Нурата Самарканда, а мама Ачичук называла, вот, по умолчанию. Ну, как бы, по-моему, это сегодня военный парад, что ли, должен быть. Проезд военной техники, не знаю, по какому маршруту, но начиная от новый парк Победы есть, около Хикмата. Ну, да. Оттуда в сторону Мэджик Парка, что ли, нет, кого-то везут, не знаю. Может быть, мы на парад Победы попадем? Ну, я маршрут не знаю. Вот, просто было сказано, что военная техника будет двигаться от парка Победы. Ну, вряд ли парк Победы. На Каракамыше, который. Ну, наверное. Ну, кто помнит, что это парк Победы? Вот, где ну да. Там сейчас это... Зал боевой славы. Ну, смысле, ну да, да, я видел, там парк. Стоят это и, да. И самолеты стоят, и техника. О, слушай, нифига себе, смотри, это вот, может, на парад в 2 часа начало. Ну да, солнце. Зират пахнет. Маленький плов такой. Ну да, вообще.
Ну, у них там тоже был большой казан. И какой крупный лазер. Да? Да, вот смотри. Да, слушай, действительно. Çinazardaki dayılarla ben hesap koyayım ben deyim. Oh! Красота! Oh! Oh! Вот наш ашпас, любимый. От души. Алимка, тебе доверили нести. Драгоценность. Нет, пай просто шикарный, прямо. Я когда он это резал его, я думал, сейчас все у меня слюни потекут. Слушай, это не часто бывает, кстати. Первый леган, когда открыли. Да. Почин. Да, почин, да. Плов панорама. Я вот крупным планом я хочу вот плов. Это пай плов. На C5. Раньше они были на Чаланзаре. На метро Чаланзар они были. И там был у них шикарный пай-плов. И здесь я уверен, что он тоже шикарный. Смотри, какой пай. Учитывая, что... Ну-ка, играй, сделай. Повар тоже тот же, как бы. Ну-ка. О! Все. Играй, есть. О! Все, отлично. Протрясли. Вот плов панорам такая. Че, преломление? Так, у нас что здесь? У нас пай-плов. Салатик весенний. Чай с лимоном. Плодвишник. Ачучук. И такая классная репешка. Прямо рядом здесь пекут. Вот прямо из тандыра она. Еще горячие. Такими дольками. Порционная, да? Да. Как пармуда, да? А ля карте. Отлично. Группа такая была, да? Какая, да, по-моему? Да. Я только недавно узнал, что а ля карте это порционно. Не говори. А мы что-то переводили, там мучились. Да. Я даже не помню. Для креветка, для устрица. Ой, какой пальчик. Пальчик просто шикарный. Офигеть. Ты начал с главного. Ой. Пай просто тает во рту. Это просто что-то необыкновенное. Коллаген. Да, слушай, нам уже необходимо, конечно. Ну-ка. Шикарный, да, пай? Он не зря называется пай-плов. Акцент есть на пай. Ой. Ты знаешь еще? Очень хорошо это вот зацепить риса чуть-чуть. Миска. И обязательно вот кусочек пая. И он такой прямо там. Он вот это вот трио облагораживает так своим ароматом, своим вкусом, растекаясь прямо.
Да вы поэт, батенька, да. С похмелья, короче. Я уже очухался. Исследуйте, пожалуйста. Ты просто у нас бесстрашный по этому поводу. Не, не сильно острый. Но это правда ни о чем не говорит. Если ты вот краешек откусил, это не значит, что он будет весь такой. Он дальше будет острее идти. Не, не сильно острый. Пока. Острота есть, но не ядерная. Нормальная такая нам, культурная острота. Смотри, у них ош, самса, шашлык, вагури, джиз. Вагури — это показатель умения работать с мясом. Да. Угу. Надо уметь так мясо подготовить, чтобы его просто вот пожаришь, и оно мягкое. Вот это вагури. Это как умение приготовить хороший стейк. Стейк минимум обработки, но он сочный и в то же время прожаренный. Народ подтягивается. Да. Девушки, показатель. Класс. Если вот так вот с помидорным салатом вот так сделаешь, очень вкусно получается. Лучок шикарный туда. Тарелку зацепи. Я не хочу тарелку ставить. Это удаляет меня от плова. Хорошо сказал. Я хочу, чтобы между пловом и мной что-то было. Поэтому тарелку не... Ты прям как с девушкой, да? Да. Вот мне здесь нравится плов. Вот этот стиль приготовления именно, потому что он такой культурный из игры именно. Он не навязчивый, не бьет вот так прямо в мощно там. Я помню, что я этот плов ел год назад, да? Там на Черносаре. Она легкость была после него. Он не нагружает. Я бы его назвал плов, который нравится. Ага, хорошо, да. Плов, который нравится, точно. Здесь магис был, да? Да. Попадался тебе магис? Нет. По-моему, есть магис. Вот. А, кстати, есть, да. Да, да. И горох есть. И горох есть? Мне показалось, что есть. Сейчас давайте следуем. Или нет? Вот. А, да, да, да. Ой, слушай, он что-то так залетает, а я чувствую, что наелся. А ты... И не хочется, понимаешь, это ложку убирать. Ух. Ты по пол ложки. Смотри, у них много народу сразу. Народ появился. Вот где-то во сколько это считает? Вот. Смотри, они как вовремя плов открыли, да? Да. Они вовремя открыли плов, они где-то в 12.30 большой казан открыли, да? Вот сейчас смотри, 12.46, и уже вот здесь народу нет, и в зале уже народ. Здесь, наверное, ну, приезжают люди. Там же вот там парковка же есть, хорошее такое место, можно запарковаться. Да, кстати. Там места много парковочного. Не, вообще мне вот это вот нравится, вот так, когда вот мимо люди ходят, ты сидишь такое, знаешь, кафешка такая. Европа? Да, да, что-то такое европейское. У них, кстати, там тоже такого же типа было кафе. Да, оно вот именно культурное такое. Нам надо было попросить, чтобы он окропил чуть-чуть. А, да. Окропил? Да, помню.
да, маслица есть. Не, он так хорошо этим половничком даже. Да. Он сюда стекает. Да. Заиграл. Можно еще. Рекомендую. Больше, да? Не, нормально. Больше не надо. Для истинных ценителей плова жирного рекомендуем просить добавить масло. Ну все, слушай, я просто под завязку. Плов-искуситель. Ты знаешь, я сейчас зашел, там этот, полный зал. Все сидят, даже веранда вот эта вот, все занято. Я так понимаю, что они молодцы вообще, раскрутили все это дело. Довольно быстро. Еще плюс доставочка у них. Еще это. Ну, когда вкусно, реклама не нужна. Нет, вкусно и сытно вообще. Анекдот, который... Ну, могут по телевизору проходной такой. Ну, два друга встретились вечером, посидели, выпили, разошлись. Вот который домой ушел, значит, на следующий день они снова встречаются. И он рассказывает, как он ушел. Мы, говорит, с тобой вчера хорошо посидели, говорит. Я, говорит, такой веселый, говорит, в хорошем настроении, иду домой, говорит. Жена как раз в командировке, говорит, я думаю, приеду, приду сейчас домой. Высплюсь, отдохну. Нет, уже рядом с домом смотрю, говорит, внизу это лягушонок такой маленький прыгает. Здесь замерзло, холодно. Ну, я его взял, говорит, по доброте душевной. Взял в руки, говорит, согрел. Положил в карман, говорит, принес домой. Ну, настроение такое. Решил позаботиться. Ну и положил рядом, говорит, чтобы согрелся в постели. Утром просыпаюсь, говорит, а там девушка, говорит, вместо лягушки. Друг говорит, да нет, говорит, не девушка, говорит, а царевна лягушка. Ох, точно, говорит. Ты, говорит, мне веришь? Говорит, да, говорит, верю. Жена, говорит, не поверила.